каспийских библиотеках проходит всероссийская акция «Книга другу». Сбор классической и отечественной литературы организован для учеников новых субъектов России – Донецкой и Луганской народной республики, а также Херсонской и Запорожской области. Я хотела бы поблагодарить наших библиотекарей и всех каспичан, которые принимают участие в данной акции. Остальные также могут присоединиться и принести издания, которые имеются у них дома, поделиться, так как тем самым мы поможем нашим соотечественникам. Уже более 50 изданий принесли каспичане для школьников. И с каждым днем к акции присоединяется все больше желающих. Некоторые граждане выразили желание принести православную литературу и иконы для храмов новых субъектов страны. Еще раз хотела бы обратиться к нашим каспичанам. Вместе с книгами вы можете также передавать какие-то записочки в их адрес, теплые слова. Тем самым вот вместе с книгой, вместе с нашей теплотой мы подарим свою заботу о них. Я думаю, сегодня они очень в этом нуждаются.